Михайло Шелест, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Червоний дракон», міжнародний майстер школи бойового мистецтва В'єтнаму «Вовінам В'єтводао», дипломований фітнес-інструктор, написав книгу «Бойові мистецтва як спосіб життя», обожнює нестандартні методи тренувань та подорожувати. І дійсно, доброго ранку. Полюбляєте подорожувати, розказуйте, як це у вас сталося. З Чернігова до Миколаєва, 1300 кілометрів, 17 днів. Як це можливо? Налаштуйте мене, тому що я полюбляю велосипед і подорожі, але не можу ніяк себе, ну, призвичаїти до цього, налаштувати не можу себе. Привіт всім, привіт всім, привіт студія, привіт зрителі. Ви знаєте, нічого складного, по суті, нет. Совсем нічого нет. Було б бажання. Сел, поехал. Единственное, что надо, велосипед, спальный мешок и, собственно, все. Как у вас выникла эта идея? Вы не сам был, так? Нет, я был, да. Если мы говорим конкретно за именно эту поездку, так, то она уже была как следствие других поездок. Да. Вот, то есть самый первый раз мы ездили с Николаева в Евпаторию по южному берегу Крыма на велосипедах. Вот. И после этого постоянно, я не помню, уже лет 5-6 назад это случилось. Вот. А эта поездка, она как бы была... как запланировано заранее, единственное, что мы не знали конкретно маршрут. Маршрут мы всегда прокладываем примерно, чтобы это было возле реки. Почему? Река – это жизнь. Это покупаться, это наслаждение, посмотреть краеведы и прочее, прочее. То есть шикарно. А насчет Чернигов, почему Чернигов? Мы там не были. Ну, я, по крайней мере, там не был. Не знаю, как там, что там. Поехали, сначала посмотрели город, покатались на велосипеде. На самом деле, хороший город, красивый. Маленький. Так, да, маленький, дійсно. Маленький, да, маленький город, все компактный. Сводится, скажем так, к центру. Ну, опять же, он очень старинный, там, я не помню, какого-то 1700, там, какого-то года. То есть, есть на что посмотреть, старинное здание. Понятное дело, что современные уже там есть дороги и прочее, прочее, но именно вот красота посмотрели, там, не знаю, пообщались с людьми, спросили, где что как, и все, и дальше в Николаев. Ну, ви так розповідаєте, коли будете сів сьогодні і завтра приїхав. 13 днів була ваша подорож. Розкажіть про неї. Як підготуватись, можливо, до неї? Що з собою взяти, щоб вижити? Розумієте? Ну, я розумію, що гроші візьми і виживи, але все ж таки. Да, крім денег, да. На самом деле, понимаете, на самом деле нічого сложного. Реально, вот нету такого плана, що что-то взять. Я їздив всю дорогу, їхав в шлепках, щоб понятно було, это... От будуть фото, побачать наші телеглядачі дійсно. В шлепках. Мой партнер Саша, он у меня тренируется, мой ученик. Мы ездили вообще в шлепках. То есть я все дороги ездил в шлепках, имеется в виду все походы. Почему? Это самая удобная обувь. Она крутит педали без разницы, в речку зайти, снял и уже как бы босиком. То есть это не надо там сушить. Если, допустим, мы в кроссовках, то там носки сушить там, или кроссовки сушить возле костра. Потому что бывает дождь там, еще прочее, прочее. То есть вот, по поводу... Дальше, что с собой брать? Ну, спальный мешок. Опять же, все зависит от человека, все зависит от погоды, все зависит от того, мерзнете вы, не мерзнете, где вы спите. Так мы все время спим на полу, то спальный мешок. Где вы спали? Это спальный мешок мешках. Обязательно, да. У нас была палатка с собой, четырехместная палатка. Ну, она четырехместная, я не знаю, она, наверное, для китайцев четырехместная, потому что мы вдвоем спали, Саша примерно такого же, примерно плюс-минус сложение, как я. И в палатке уже, ну, как бы реально тесно. То есть палатка, спальный мешок, каремат обязательно, потому что спим на полу, чтобы не тянуло снизу, потому что спальный мешок, он как бы спасает, но все же. Вот, плюс немножко мягче, потому что, опять же, места мы же не выбираем, мы не спим там на каком-то там мягком покрытии, бывают какие-то камушки, бывает какой-то там песок неровный, бывают какие-то корни там и прочее-прочее, трава, вот, такого плана. Плюс... Ну вот я вас процитую, зараз можно, велосипед, казанок, палатка, каремат, спальный мешок, вот и вся мебель, ничего лишнего. Абсолютно верно, абсолютно верно. Понимаете, много можно взять, допустим, хотелось бы какой-то комфорт, но, вы понимаете, это все вести на себе. То есть это все крутить педали, это все на ноги, это все на велосипед. А с другой стороны, самый минимум необходимости, это вот реально минимум. Больше, ну, на самом деле не надо. Просто вы прокатаете всю дорогу, какую-то вещь, и она не нужна. Если, допустим, вам что-то надо в данном случае, то вы все равно как бы ездите не по пустыне. Все равно какие-то магазинчики, какие-то там, ну, допустим, да, аптека, если надо что-то конкретно. Опять же, с нами аптечка была по-любому. Но я уже говорил как-то в предыдущих передачах, спирт, там, ну, если брать с этого там, спирт, кетанов, я имею в виду обезболивающие таблетки, там, что-нибудь от желудка. Ну, я вам так скажу, когда вы выезжаете в природу, вот это ничего просто. Единственное, или там пару раз нам понадобился спирт. Потому что ходишь где-то там по бурелому, там пошкрябался, там пошкрябался, то есть как бы... И все, на самом деле ничего такого сложного. То есть
в этом плане самое главное желание ехать. Вы сподівалися, що подорож буде такою довгою? 17 днів, більш ніж 2 тижні. Ми примерно орієнтуємося. Ми якби по карті, коли дивимося изначально, допустим, примерно розуміємо, що, допустим, там 1300-1500 кілометрів. Об'ясняю чому? Тому що були такі моменти, причому постійно таке буває в кожній поїздці, що десь ми ошиблись поворотом. І буває, там ошиблись поворотом, їдемо, или крюк 20 кілометрів лишніх там, или ще щось. І таких моментів там 20 кілометрів, там 7, там 10, і в кінці в итоге уже как бы сотня. То есть, по сути дела, мы ориентируемся, да, на самом деле, чтобы было понятнее зрителям, примерно 50 километров-100 километров в день. Вот примерно, допустим, вы в день ехали еще? Это именно ехать. Да. Ехать. То есть, опять же, это мы просто поездка. Угу. То есть, с одного ночлега до другого ночлега. Примерно, если, допустим, 100 километров в день, 1000 километров – это 10 дней. Хочешь, угу. не хочешь, но, как я уже говорил, это 100 километров. Где-то 50, где-то был дождь. То есть, мы не ехали. Или стоишь там где-то под каким-то навесом, или там просто мокнешь, да. киснешь. Угу. Соответственно, поездки нет. Соответственно, уже дни увеличиваются, потому что надо же ехать. Да, вот. Да. На самом деле, ничего сложного в этом плане. Вы понимаете, там, где 2 дня, там и все 5 дней. Там, где 5 дней, там и 10 дней. На самом деле, на ноги, нагрузки, ну, как таковой, я вообще не ощутил. С точки зрения. Морально? Психологически морально, вы знаете, это желание, это наслаждение. Это то же самое, как вот тренироваться. Я тренируюсь от души. Вот я занимаюсь спортом, занимаюсь от души. Я не тренируюсь для кого-то, во имя чего-то. Там, я для души тренируюсь. То есть, как бы сказать, что... Как морально настроїти, или як мотивація? Просто я до чого веду. От я теж хочу поїхати, мій мозок хоче, але щось не так, і я можу здатися, повернутися назад. Тому що я ж собі уявляю дещо по-інакшому свою поїздку, а тут в мене щось не склалось і все. Не склалось тільки тоді, коли чоловік дійсно психологічно, или там, скажімо так, это... подсознательно не хочет, в общем, ага, суть, да, то есть я вроде как хочу, но подсознательно не хочу, и поэтому я начинаю говорить, что а что-то у меня колесо квадратное стало вдруг, угу. То есть как бы, это все, знаете, когда тут это единственное правильно, если человек хочет, он едет, без разницы, если он не хочет, он начинает искать любой момент, любая там работа, там, ой, я там поругалась с парнем, хотя какое отношение имеет поездки, например, парень, угу. да, ну я образно там, или там, ой, там что-то у меня там что-то, это все не то, опять же, количество дней, все начинают говорить, вот у меня отпуск нету, вот там еще что-то нету, там времени не хватает, на самом деле, вот Саша хотел поехать, это просто, вот рассказываю, как оно есть, он работал, я не помню, по-моему, на Рошене, или что у нас где-то, завод, я не знаю, или как там, конфеты, или фабрики. Ну, неважно, какая-то неважно, да. Место, да. В Николаеве где-то какой-то филиал. Не, это не суть. Он, я хочу поехать. Он уволился за день до. За для цього? Просто уволился, да. И поехал. То есть человек хотел. На самом деле, вы понимаете, вот правильно говорят, работа есть всегда. Жизнь имеет тенденцию заканчиваться, mm-hmm. надо сейчас жить. Вот вы понимаете, если он сейчас захочет, он опять устроится на тот же там Рошен, или где он там работал. Не имеет значения. Все равно його візьмуть, понимаете, все равно везде текучка. В будь-якому случае люди уходять. Головне просто страхи з цього відносити, тому що інколи люди настільки бояться втратити свою роботу і знайти щось інше, треба не боятися змін, бо до цього ведете, правильно? Ви знаєте, це раз. Ну, з іншої сторони, бояться перемін, це ж в тому-то все і діло, що я все время варюсь вот в этой вот грязи в кавычках. Ну что такое работа? 8 на работу, в 10 пришел. Что ты видишь? Кроме работы ничего. Я понимаю, что у тебя вроде как появляются деньги, но опять же, какие деньги? Если бы так, знаете, там, походил на работу 1 000 000, ну, как бы, ладно, хочу понять, там, могу понять. Ну, 10-15 тысяч, ну, разве это деньги с точки зрения с такой работы? Лучше, я не знаю, работать там, ну, 8 тысяч зарабатывать 5 дней в неделю, работать там, не знаю, 5 часов-то и ладно. Как говорится, хотите, я образно говорю, угу. То есть, не надо ничего терять, бояться терять, потому что вас все равно, если вы там проработали 5 лет и уволились... Ну, мало ли, по каким-то причинам. Вы же можете написать, там, увольте меня на неделю или на месяц, или, грубо говоря, там, отпуск за свой счет, или что-то. Uh-huh. Я не могу, вот, вы знаете, с этими работами, это комедия прямо, я не могу не прийти на работу, потому что меня никто не отпустит. Вот мне просто представляю, вот ты взял и не пришел. Вот просто не пришел. Что тебе сделать? Да ничего. Максимум, что тебе могут сделать, это уволить, ладно, согласен. Но, с другой стороны, если там некому, кроме тебя, работать, как тебя уволят? Это же не то, что там вот уволил, да, там очередь стоит и кричат, там, дайте. Нет. То есть, соответственно, в принципе, на самом деле, хочешь, допустим, отдохнуть, отдохни. Я понимаю, что предупреди туда-сюда, но это с точки зрения уже человеческого фактора, но когда ты там работаешь по 10 дней подряд, там, без выходных и прочее, и говоришь, отмазка такая, знаете, я не могу. Ну, это плохо. То есть, человек хотел, он уволился, он поехал. На самом деле, поездка это...
розпочали із поїздки, тепер да. якийсь прям сеанс. Я у психолога, який мене налаштовує, Ірино, звільнись. Я жартую, безумовно, сенс є. Які курйози траплялися з вами в подорожі? І вночі ви ж не їхали, я правильно собі? Ви зупинялися. Тобто знаходили собі місце будь-яке, комфортне, зупинялися зранку, потім знову їхали? Ви знаєте, це так хотілося. Так, або не так. Це постійно. Ой, курьезы практически, ну, каждый день, каждая, ну, они такие как бы мелкие, это по сути, вот так вот смотришь и посмеялся. Я расскажу эпизод, он может быть не для, совсем для эфира, но... Давайте так еще мы, да, да, это будет немножко такое, вы знаете, как скабрезный анекдот. Да. Мы отдыхали на ночлегах, как говорится, ню. Неглижели как-то, так, ну, обнаженными, да, кто не знает. Без одягу, вот. Без одягу, абсолютно верно. Ну почему? Потому что мы, во-первых, на диких пляжах, как бы. Там, конечно, красота, ну прям ну, сумасшедшая, если можно так сказать. Там прям, ну, райские места, ну, там хочется жить. И там нету мысли о каком-то там, каком-то чего-то. Там все время вот такое благое. То есть ты, песчаные, реально песчаные пляжи. Я таких пляжей, ну не видел. Я, может быть, там где-то за границей, там Болгария или прочее, где именно песочек. А там прям песочек. Прям такой просеянный, что его можно шпаклевать сразу. То есть песочек. Не окужет ничего, супер, смотришь. И, соответственно, в ту сторону там 15 километров никого, в ту сторону никого, то есть нет людей. Ну, мы обнаженные, ходишь там в берег, кричишь на луну, образно, да. Значит, стояли возле пляжа. Пляж примерно метров 50-70 от нас. Но, опять же, это не пляж так вот на ладони открытый, а речка вот так вот идет. И мы в одном конце, нас как бы не видно. Если захотеть позаглядывать, то можно у нас и увидеть. Но на самом деле мы как бы отдельно стоим. Подходит мужчина, ну, не знаю, лет, наверное, там 65-70. И такой говорит, и так вот, знаете, как-то так агрессивно настроенный такой. А я как бы так не маленький, а он обычный мужчина, скажем так, обычный, с пузиком такой, который как обычный среднестатистический. Такой, вы знаете, я со своей женой, мол, а вы тут голыми ходите. Я говорю, послушайте, ну мы не соблазняем вашу жену, это раз. С другой стороны, да, ну такие вот курьезы, да, как вы знаете, он так, ну понятно, что мы оделись, потому что когда просили уже так явно. Но с другой стороны, как бы вы понимаете... Мы отдыхаем, вам не мешаем. То, что мы ходим голые, но мы ходим, там я же еще раз объясняю, 57 там нет. Мы не мы к вам не идем. Мы наоборот от вас уходим. Мы хотим, чтобы от общества побыть. Я вообще ехал, у меня был один черно-белый телефон. То есть никакого Wi-Fi, никакого интернета, ничего. Ну, просто аскетично, чтоб... абсолютно Відрізаний, да. Чтобы вам было понятно, мы пили речку, воду с реки. То есть набирали, не сырую, сразу говорю, то есть не так, что набрал, пил. А вот, допустим, чай заваривали с казанка, я имею в виду с речки, там, и варили там, не знаю, какую-то там вермишель или гречку. То есть, когда говорят, речку нельзя пить или там купаться, ну, я вас умоляю, можно. Вот можно. Главное не замыслить, не зациклюватися, як то кажуть. Это раз. Цьому. С другой стороны, вы понимаете, когда, простейшим в цьому сенсі. Когда попадаешь в природу, на тебя никакая ничего не цепляется, я имею в виду болячки. У нас ничего вообще не случилось с точки зрения заболел, кашлял. Вот я и хотела запитати, физично ничего такого? Ничего, все нормально физически будет, да? С точки зрения ноги не болели. Немножко болела попа, потому что все время на седле. Но опять же, если нормальный велопамперс одеваешь, ну, там есть велосипедные шорты, то без проблем едешь как бы, ну, чуть-чуть, но это опять же под конец поездки и так, не то, что там прям совсем, а ну, чуть-чуть. То есть сами ноги без проблем, тело вообще как бы, техника не ломалась ни разу, все вообще супер было. Поэтому, да, наслаждение от поездки шикарно. И еще раз объясняю, не бойтесь поездок такого характера, к вам ничего не прицепится. Знаете, как там бывает такой там, огурчик мой, там, это у нас здесь надо мыть, потому что здесь социум, здесь реально грязь. Там, где природа, там грязи нет, там все в природе. Там. Ну, я вам дякую. Я думаю, друзі, якщо от ви налаштувалися їхати, в перший раз потрібно брати Михайла. Так, як ви, налаштувати на поїздку, мені здається, не може ніхто. І психологічно ви нас щойно, і морально, і на позитиві, і бадьору. Кстати, якщо хто хоче, ну, пишіть, давайте, організуємося, які проблеми, тільки на следующий год уже. Так, на следующий будемо літа. Чекати весни, да? Початку весни, взимку ж ми весни, не поїдемо. Весни, да, так, починаємо підготовку. Все, підготовка довго буде тривати? Неділя-дві, максимум. Тиждень-два і їдемо. Я думаю, що я буду в колі тих, хто першачків, новачків, хто поїде в такі поїздки. Михайло Шелест був у нас в гостях. Дякуємо вам.